Организация временной трудовой занятости в свободное от учебы время является приоритетным направлением деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Пинским горкомом в третьем трудовом семестре планируется трудоустроить около 1500 человек, которые будут работать на предприятиях и в организациях города Пинска, Пинского и Луненецкого районов, а также в Минской области. Ребятам очень нравится работа в студенческих отрядах, она у нас всегда пользуется большим спросом. Им очень сильно, конечно, нравится, больше всего это заработная плата. Конечно же, это обмен опытом, обмен какими-то знаниями, приобретают новых друзей, то есть они в восторге. Сейчас третий трудовой семестр в самом разгаре. Работа по занятости молодежи в свободное от учебы время продолжается. Ну а для того, чтобы учащиеся и студенты приступили к работе с самого начала каникул, городской комитет БРСМ готовился загодя. На 1 июля 2016 года уже отработано 29 отрядов, в них 211 человек. Из них это, конечно же, больше всего это строительные отряды и сервисные отряды. Для работы на различных объектах сформированы педагогические, строительные, сельскохозяйственные и сервисные отряды. Желающих подзаработать в свободное от учебы время хоть отбавляй. Ребята из лицея строителей сейчас трудятся в Пинском райпо. Тут надо разгружать, переспать, ну, загружать эту чернику и все. И тарим еще. Все. А работа трудная? Не так, как когда. Смотря сколько машин будет. Позвонили, сказали, ну, можно позаработать. Пришел, согласился. Работодатели довольны таким сотрудничеством с молодежью. Как правило, отзывы о работе стройотрядовцев самые лестные. Хочу отметить, что мальчишки трудятся очень замечательно, работают хорошо. Рабочий день у них начинается с 8 часов. И иногда, когда очень много машин приходит нам с ягодой, они работают в две смены. Ребята очень трудолюбивые. Они никогда не было замечено, что они что-то там от чего-то отказываются. Всегда выполняют свою работу качественно. И никогда нет простоев в работе. И, в принципе, мы очень довольны ими. По традиции, по завершению работы стройотрядов Пинский горком БРСМ подведет итоги третьего трудового семестра, где будут определены лучшие отряды по сферам деятельности, наградят командиров и активистов, отметят также и лучшую принимающую организацию.